«Достойный труд, достойная зарплата». Под таким лозунгом на первомайскую демонстрацию выведут трудящихся волгоградские профсоюзы. Ожидается, что только в областном центре в шествии примут участие 25 тысяч человек. В целом по области в первомайском шествии от профсоюзов примут участие почти 100 тысяч человек. В Волгограде колонна демонстрантов по традиции пройдет от площади Ленина до площади павших борцов, где состоится митинг. Его цель – показать единство трудящихся в отстаивании своих прав и интересов. Как и 124 года назад, когда зародилось профсоюзное движение, сегодня оно борется за достойную заработную плату, безопасные условия труда, социальные гарантии. Общественный регресс у нас в стране и в регионе на сегодняшний день недопустим, и в этом и есть главная идея первомайских мероприятий 2013 года, ну и в принципе и наша позиция отражена в наших лозунгах, в наших требованиях. Главные лозунги 1 мая – достойный труд, достойная зарплата. С этой целью в нашем регионе будет продолжена практика заключения трехсторонних соглашений между властью, работодателями и профсоюзами, что напрямую сказывается на уровне оплаты труда, заявляют профсоюзные лидеры. Так, на предприятиях, где созданы и действуют профорганизации, средняя зарплата достигает 26 тысяч рублей.